Всех приветствую! Сегодняшнее видео косметическое, и я покажу вам те средства французской компании Avène, которыми я пользовалась в последнее время, и они на меня произвели позитивное впечатление. Давайте начнем с очищения и умывания. Первое — это пенка мусс, которая предназначена для комбинированной, жирной, а также отлично подойдет для чувствительной кожи. Это отличная воздушная пенка, она белого цвета. Дозатор, необходимо сказать, что хорошо работает и выдавливает столько, сколько нужно пены. Она не особо пенится, когда вы ее наносите на лицо, но отлично промывает кожу от загрязнений. Но обратите внимание, что производитель пишет о том, что подобное средство может удалить макияж и любые другие загрязнения. Но это не совсем так, так как пенка не справится с каким-то макияжем, в особенности, если он водостойкий. Для начала необходимо все-таки удалить макияж любым другим средством, которым вы пользуетесь, а далее уже применить эту пенку для умывания. Только в таком случае вы получите позитивный результат. Если же вы хотите средство, которое будет смывать макияж, то эта пенка вам абсолютно не подойдет. Она очень нежная, деликатно действительно очищает кожу, также подойдет не только для вечернего, но и для утреннего умывания, когда нету никакого макияжа и просто необходимо очистить кожу. После использования этого мусса нету никаких покраснений, раздражений на лице, оно действительно мягко очищает кожу, нету какого-то чувства стянутости, но если вы любите очищение кожи до скрипа, то подобное средство такого эффекта не дает. Объем тубы здесь 150 мл, срок хранения 6 месяцев. Нужно сказать, что средство действительно экономичное, так как одного выдавливания будет абсолютно достаточно для того, чтобы умыться и очистить кожу лица. Я этим средством довольна, оно мне понравилось, у меня остались только позитивные впечатления, поэтому если вам интересно, вы также можете его потестировать. Следующее средство — это скраб для чувствительной кожи лица. Он действительно очень нежный, имеет мелкие частицы, которые нежно и деликатно очищают кожу. Также в его состав входит салициловая кислота, которая отшелушивает ороговевшие части. Запах у этого средства ненавязчивый, легкий, еле уловимый, приятный, поэтому абсолютно не раздражает. Также хочу сказать, что кожа действительно после этого средства очищена. Вы чувствуете, что нет какого-то такого очищения до скрипа, так как это средство все-таки предназначено для чувствительной кожи, но действительно эффект скрабирования есть. Поэтому если ваша кожа чувствительна, сухая или склонна к сухости, то подобное средство вам идеально подойдет. Необходимо, конечно же, тестировать, все мы разные, поэтому реакции на кожу могут быть индивидуальными, но лично мне подобное средство очень понравилось. Далее я хочу вам показать крем для лица, который предназначен для чувствительной и очень чувствительной кожи. Производитель говорит о том, что это средство может хорошо успокоить кожу, если у нее есть какие-то покраснения, раздражения, возможно, какая-то краснота после пилинга, тогда это средство отлично подойдет. Кроме всего этого, крем хорошо увлажнит кожу лица. У этого крема очень интересная герметичная туба, я подобных еще в Avène не встречала. Действительно очень удобно, когда вы на нее надавливаете, то выходит определенная часть и оттуда уже выдавливается крем. Таким образом, внутрь не попадают никакие бактерии. Я оценила эту упаковку, действительно очень удобно и практично. Сам крем белого цвета, он абсолютно без запаха, поэтому если вы не любите какие-то ароматизированные кремы, то это средство вам однозначно понравится. Также необходимо сказать, что увлажнение от этого средства на лице тоже присутствует. Он очень легкий, этот крем, распределяется быстро, хорошо впитывается кожей и не чувствуется, что на лице есть какая-то пленка или хочется умыться. Комфортное средство, на него также отлично ложится макияж и хочу сказать, что у меня от него остались только позитивные впечатления. И последнее средство на сегодня — это крем для лица с SPF 20. Он предназначен для нормальной и комбинированной чувствительной кожи лица. Необходимо отметить, что это средство имеет в своем составе только химические фильтры.
По консистенции это очень легкое средство, белого цвета, отлично выдавливается из тубы, но она не герметичная, как в прошлом креме. Он имеет ненасыщенный аромат, очень легкий, еле уловимый, консистенция совсем легкая, отлично разносится по коже и быстро впитывается. Не оставляет никакой пленки, белых разводов, как другие кремы с SPF, очень легкий, нету ощущения маски на лице. После его распределения он дает даже такой матовый финиш. Нету какого-то блеска жирного на коже. Также на него отлично ложится косметика, ничего не скатывается. Помимо всего прочего, этот крем призван увлажнить кожу лица. Хочу сказать, что действительно ощущение комфортное после его нанесения. Нету какой-то стянутости и, как я уже сказала, не существует ощущения маски и каких-то белых разводов, так как часто кремы с SPF достаточно тяжелые и плотные. Несмотря на то, что здесь SPF 20, это невысокая защита от солнца, но хочу сказать, что в прошлом году, летом, я пользовалась этим кремом и не заметила, что были какие-то появления пигментных пятен. Действительно комфортное, хорошее средство, увлажняет кожу. Если вы в поиске крема с SPF, то могу вам его также рекомендовать. Это были все средства из аптечной косметики на сегодня, которые я хотела вам показать. Возможно, вы какими-то из них уже пользовались, поэтому делитесь обязательно в комментариях вашими впечатлениями, рассказывайте, что вам понравилось, а что, возможно, абсолютно не подошло. Также вы можете присоединиться к нашей группе в Facebook «Секреты красоты, здоровья и стройности». Там есть очень много интересной и полезной информации. На этом я хочу поблагодарить вас за внимание и подписку, пожелать вам здоровья и красоты и до новых встреч!